по-моему, сейчас наоборот слишком громко стало, да? Не знаю, мне микрофон зашкаливает просто. Странно, что там тихо. Ну вот. Так получше должно быть. Или еще потише. Я спа. Ну, в общем, ладно. Еще потише. Так, что ли? Ну ладно. Да я все равно не буду особо ничего говорить, скорее всего. Но начало не выглядит сложным. В смысле, я хард сейчас включил. Привет, Задрес. Да? Ну посмотрим. Ой, затопил. Музыка рестартится. Причем музыка унылая, она во всех этих айванах играет. Ну как бы поначалу нормально, но уже приелось сильно. Да, я не знаю. Все заслуживают пеки. Так, сейф тут неспроста. Босс? Что-то мне кажется, или Тора я проходил тоже. Или хотя бы начинал проходить. Ну что-то прям знакомо это место. Но босс, конечно, вообще что-то ни о чем. Не, по-моему, он реально это проходил. Ну или в игру, или на, по крайней мере, стримил. Смог? Да, это же нереальный босс. Я без смерти его прошел. Прям все задатки, чтобы третью камилю пройти. Да.
Так, что тут дальше? Ну, пока выглядит все нетрудно, в принципе. Зачем я это сделал? Ну ладно. Музыка вообще сменится когда-нибудь? Такой же будет, или даже хуже. А, типа теперь сложнее уже, да? Ну это определенно суровый босс. Просто в первом надо было просто стоять и стрелять, а тут-то стоять и стрелять. Разница колоссальная. А, нет, тут прыгнуть нужно. Один раз. Ну ладно, несколько раз. Блин, там опасник. Причем такой босс-то неожиданный. Яблоко, кто бы мог подумать. Это же ни в одной Иване не встречалось. Это воду не люблю. Блин. В воде мне как-то плохо я ориентируюсь. Отлично. Еще чуть дальше продвинулся. Не, ну музыка меня угнетает уже. Надо будет, наверное, сейчас убрать у себя музыку. Ну, чтоб самому не слышать. Правда, тогда я не узнаю, сменится она или нет. Повторяется заново. Хотя бы ладно бы, если пошла дальше, там хотя бы вроде мотивчик чуть меняется. А так это уныло. Яблоко. Ух ты ж. Ну, чуток посерьезнее. Лол. Жизнь меня к такому не готовила. Да. Я полстал. Блин, я что-то думал, он что-то затрагивает. Вот почему я в реп не хочу играть, потому что там в 1000 раз сложнее, чем это. А я тут яблоко какое-то не могу убить. Я так понимаю, это бессмертие было, да, прошел.
А, что это за слово получил? Застрял. Забыл уже. Подставлю, подставлю просто.
Это интересно. Никогда. Эту игру выражение мини фитиш не поймешь. Ты по-другому вообще никак. Сейф. Не, ну еще бы
Все равно, что души не рейпы начинается с первого прохождения. Конечно, игра полегче, но все равно. Вообще не понял. Ну, пока хотя бы так, пока понял.
Mm-hmm.